Георгию Габулову отличиться. Капитан Алани, взяв на себя груз ответственности, начинает эту дуэль с Сергеем Бойченко. Итак, звисток арбитра прозвучал. Разбегается Габулов, бьет и под вратарем мяч пролетает. Алани открывает эту серию с забитым мячом. Ну что же, теперь вся надежда на Дмитрия Хомича. А кто у Актабе отправляется к отметке? Марат Хайруллин. Ему забить не удалось Дмитрию Хомичу с игры. И ни разу в двухматчевой этой серии, в двухматчевом противостоянии. Может быть, получится это сделать с пенальти. Но вся надежда на Хомича. Нет, нет. Не угадал Дмитрий направление полета мяча. И Марат Хайруллин сравнивает счет в этой серии. Идем дальше. Кто бьет у Алании? Марат Бекмаев. Он сегодня забил, напомню. На 55-й минуте. И теперь возможность отличиться есть у Бекмаева с точки. Свисток арбитра. С левой ноги будет наносить удар Бекмаев. Удар! Над вратарем мяч летит. И оказывается в сетке. 2-1. Алания вновь вырывается вперед. Пока, если вы заметите, самые опытные игроки у Алании подходят к точке. Это Эмиль Кенжесариев. 20-й номер Актабе. Он тоже с левой ноги будет бить. Удар и снова. Снова Дмитрий Хомич не угадывает. Мяч летит точно в тот же угол, что и после удара Марата Хайруллина. 2-2. 2-2. И отправляется пробивать 11-метровый Роланд Гигалаев, вышедший во втором тайме. С левой ноги разбегается. Ох, как изящно! Рон Гигалаев. Не по годам. Не по годам нанес этот 11-метровый. Реализовал свою попытку. Пробил под мячом. И он парашютиком опустился за спину Сергею Бойченко. 3-2. Самое главное, что этот удар принес результат. 3-2. Алания впереди. Малик Мане. Или же Дмитрий Хомич. Слышите, скандируют трибуны гол, гол. Но нам бы хотелось, чтобы Дмитрий Хомич парировал попытку Мане. Ну, наконец-то! Наконец-то! Дмитрий Хомич! Браво! Браво! Ну и удар получился у Малика Мане. Совсем никудышный. Даже и не получился. Надеялся, мне кажется, Мане на то, что Дмитрий Хомич бросится в левый от себя угол, так как два предыдущих удара именно туда пробивались игроками Актабе. Но своей тактики Дмитрий Хомич не изменил, а вот Малик Мане сплоховал. Откровенно говоря, сыграл неудачно. Итак, Алания впереди. 3-2. Есть возможность у Данила Нека сделать счет 4-2 по пенальти. Разбегается бразилец! Прикирку со штангой, а может быть даже и мяч попал в каркас ворот, но оказался за спиной Сергея Бойченко. 4-2. Алания сейчас, вот сейчас Дмитрий Хомич направляется к воротам. И если сумеет взять удар Владимира Джиласа, то Алания выходит в раунд плей-офф.
Лиги Европы. И завтра, в пятницу, узнает своего соперника после жеребьевки. Итак, Владимир Джилас или же Дмитрий Хомич. Свисток арбитра, разбег! Дмитрий Хомич, браво! Браво, Хомич! Алания выходит в раунд плей-офф Лиги Европы. Поздравляем российский клуб с этим успехом. Для вас сегодня работал комментатор Максим Сенаторов. Удачи и до встречи на футболе!